Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня хотела вам показать вот такую ложку, поварёшку. Это подарили моему папе. Был, по-моему, набор для бани. Но я не могла мимо нее спокойно пройти. И думаю, ладно, баня подождет и сделаем другой ковшичек. Вот. А эту ложку просто мне очень хочется расписать. Эта ложка вырезана из дерева, ну, конечно, механическим путем. Ну, факт то, что она мне нравится. И дерево натуральное. И я из него хочу сделать украшение. Ну, допустим, для дачи можно как-то ее подвесить, положить, раскрасить. В общем, будет украшение такой дачи. Буду расписывать точечной росписью. Но для начала, что сделаем? Ее нужно загрунтовать, сделать ей основу. Так, ну, чтобы не пачкался у нас стол, сделаем вот такую подложечку. Так, это моя любимая мыльница. Смастерим тампончик, обычная губка, зажим, прищепка. И покроем сейчас краской. Покрывать я буду черной акриловой краской фирмы Cadence. Ну, краска густая, можно немножко разбавить простой водой. Друзья, работу покрываю лаком на один раз. По лаку легче рисовать будет. Иначе краска, если что-то мазнешь, уже невозможно стереть по дереву. И рисовать очень трудно, потому что поверхность все равно шероховатая получается. Поэтому покрываю на один раз лаком.
Ну вот, друзья, такая получилась у меня поварюшечка. Но я бы все равно назвала это стиль более такой русский. Вот так ручка. Так сама чаша получилась. Здесь такой рисуночек рябинка. Вот. Ну вот так вот выглядит моя поварежечка. Теперь она будет украшать на даче мою кухню. Вот. Ну на этом все, дорогие друзья. А, еще чуть не забыла. Я покрыла на 3 слоя лака. Нитролака, который быстро сохнет, вот, чтобы ее защитить от воздействия моющих средств. Если вдруг мы будем там мыть ее когда-то или что-то. Вот. На этом все, дорогие друзья. Если вам понравилось видео, было полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. Пока-пока.